Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим десерт из американской кухни – шоколадное пирожное брауни. Текстура нашего брауни получится изумительно вкусной, нежной и очень-очень приятной. Давайте же скорее начнем! Поехали! На водяной бане топлю шоколад. К нему также отправлю сливочное масло. Также шоколад можно топить на низком огне или же в микроволновке. Если вы решили топить шоколад на низком огне, то вам нужно взять кастрюльку с толстым дном, для того, чтобы шоколад не подгорел. Приготовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. К яйцам отправляю сахар. Соль. И немного ванилина. Всю эту массу хорошо перемешиваю венчиком. Взбивать не надо, просто перемешать. Добавляю растительное масло. И перемешиваю до однородной консистенции. В сите у меня мука и какао. К ним сейчас отправлю соду. Также соду можно заменить на разрыхлитель. Просеиваем какао и муку и соду в нашу яичную массу. Перемешаем. А теперь в тесто отправляю растопленный шоколад. Он у меня уже подостыл. Перемешаю. Это очень вкусно пахнет шоколадом. Брауни я буду выпекать в прямоугольной форме. У меня формочка без дна, и под формочку я подстелила пергамент. Также 2 слоя фольги. Фольгу я буду заворачивать вот таким образом, для того, чтобы наше тесто не вытекло. Тесто перелила в формочку, брауни буду выпекать в духовке 30 минут при температуре 175 градусов. Брауни я испекла. Пока он остывает, приготовим шоколадную глазурь для его покрытия. Здесь в сотейнике у меня сливки 20%, к ним я отправляю какао и сахар. Хорошенько перемешаем. И ждем, пока наша глазурь закипит. Глазурь закипела, варю ее еще 1 минуту. Глазурь я проварила 1 минуту, теперь выключаю огонь и добавляю сюда сливочное масло. Сейчас сливочное масло растает, и наша глазурь станет еще вкуснее. Перемешиваем до однородной массы. Сливочное масло полностью растаяло в глазури. Теперь оставляем шоколадную глазурь остывать. Заливаю брауни глазурью.
Вот и готов наш брауни. Он получился очень-очень красивым. Давайте же его попробуем. Брауни получился очень нежным, мокреньким и с очень приятной текстурой. Готовьте его к чаю. Я уверена, вам понравится. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!